Второе противостояние Тимиртау и Торпедо, как и накануне, выдалось довольно боевым и нескучным. Самое главное, с обилием силового хоккея, ну и, собственно, интересных и опасных вылазок к воротам друг друга. Ну и в целом Тимиртау довольно динамично начал эту игру, принялся сразу же атаковать ворота Андрея Шутова, но... Где-то последний был надежен, а где-то банально не хватило фарта. Но как бы там ни было, первый счет в этой игре, как накануне забросили, открыли усть-каменогорцы, там Кузнецов, хорошую передачу на Лихотникова. А последний, который становится злым гением Тимиртау, отдал уже голевую на Дмитрия Гренца, который, собственно, и вывел свою команду вперед. Дальше, конечно, Тимиртау пытался навязать свою игру, пытался атаковать, но... Все было тщетно, были вот такие вот у нас столкновения, бадания, толкания, но сравнять счет тимиртауцы сумели только в третьем периоде, но об этом чуть позже. А вот момент, когда Москалев с Петросяном здесь вот выпучив грудь вперед, но благо ничего до какого-то агрессивного последствия не дошло. В целом Тимиртау довольно достойно смотрелся с победителем регулярного чемпионата. Пытался впереди что-то придумывать. Ну и, собственно, Торпедо также, кстати, не отсиживался в обороне. Вот момент, когда Гурин атаковал, но благо защитник вовремя клюшку подставил. И вновь тот же Петросян здесь в силовом хоккее был замечен. Ну и вот стреляет здесь Шульга, и ломается у него клюшка. И надо отдать, даже без своего рабочего инструмента был довольно продуктивен и результативен. Ну, Тимиртау, конечно, пытался пробить Андрея Шутова, и получилось у них это только в третьем периоде, когда Михнин записал свою фамилию в графу шайбы забросили, и тем самым вернул свою команду в игру, и не хватило соперникам основных трех периодов для того, чтобы выявить победителя, и поэтому все у нас решилось в овертайме, когда соперники играли в формате 4-4. Ну и, кстати, надо отдать должное Тимиртау, начали они овертайм довольно резво, сразу же принялись атаковать ворота усть-каменогорского Торпедо, но не повезло. А вот, собственно, последние, к слову, в этом больше преуспели. А вот, собственно, повреждение Штайгера. Ну, здесь Штайгер сам, собственно, стелился под соперника, за что получил 2 минуты штрафа. Ну и Штайгеру, безусловно, оказали медицинскую помощь. И будем надеяться, что все с этим хоккеистом будет в порядке. Ну, а Торпедо и Тимиртау в целом выдали довольно результативную такую концовочку. И вот, собственно, победная шайба Сироткина, нападающим Торпедо, приносит своей команде победу в овертайме. Как итог, двухматчевое противостояние Тимиртау и Торпедо выдалось довольно боевым, жарким, и с одинаковыми результатами они завершились. Если в первый день все в основное время, то вот во втором уже прибегнули к овертайму. 1-2 победа усть-каменогорского Торпедо в Караганде над Тимиртау. Ну и итоговая статистика матча. Броски по воротам 31-26. Тимиртау, конечно, был сегодня более мобилен, больше хотел, но не всегда это, конечно, получается. Выигранные вбрасывания 28-34. Здесь уже парни с восточного Казахстана преуспели. Голы в большинстве. Один показатель в графе у Торпедо. Это шайба Гренца. Ну, вот таковы итоги. 1-2. Победа в овертайме у усть-каменогорского Торпедо. Любите хоккей, берегите себя. Ну и, конечно же, давайте встречаться исключительно на хоккейных матчах.